Давайте будем объективными. После ряда опубликованных громких журналистских расследований, касающихся двоих лидеров президентской гонки в Украине, открытым остается один вполне логичный вопрос. А почему же никакой информации подобного масштаба не слышно по поводу третьего кандидата, которого социологи ставят на первые места всевозможных опросов и рейтингов? Получается, что и Порошенко, и Тимошенко неистово полощут во всех эфирах, одного больше, другого меньше, а вот Зеленский с имиджем нового лица украинской политики остается как-то недостаточно охваченным пристальным вниманием серьезных расследователей. Из-за этого у среднестатистического избирателя может сложиться мнение о том, что раз Владимира Зеленского ни в чем таком глобальном не обвиняют, то он ни в чем и не замешан. Значит, он и есть тот самый новый лидер, наш парень, простой, честный и справедливый, в отличие от опостылевшего циничного шоколадного барыги и брехливой газовой принцессы. Не знаю, кто как, но я с подозрением отношусь к кандидатам в президенты, чья политическая позиция звучит как «все говно, а я конфетка». Все мы живем в реальной жизни, в которой нет идеальных людей. И какой бы ты обаятельный и креативный не был, за внешней праздничной оболочкой всегда найдется какой-нибудь твой косяк, который ты предпочел бы не афишировать. И зачастую это не просто косяк, а это и есть ты настоящий, просто умело спрятавшийся за какой-то маской, ну, например, клоунской. Согласитесь, кандидат в президенты Зеленский весьма закрытый человек, которого никто из нас толком-то никогда и не знал. Но многие, еще задолго до его официального новогоднего каминг-аута, уже готовы были отдать ему голос только потому, что этот смешной парень мило смотрелся в роли президента Голобородько. Сегодня мы знаем о Зеленском чуть больше, в частности, о его бизнесе в России. Но вдруг как-то так оказалось, что многим на это стало совершенно наплевать, ведь часть украинских граждан и сами были бы не прочь иметь бизнес в Российской Федерации. Это, конечно, дело совести каждого конкретного индивидуума. Однако у реального кандидата в президенты Владимира Александровича Зеленского есть целый ряд других, еще более серьезных факапов, которые уж точно вам не понравятся. Далее никаких домыслов, только факты. Информация взята из открытых источников. Все, о чем будет сказано ниже, легко проверить. Итак, что нужно знать о Зеленском, чтобы потом не говорить, мы хотели совсем не этого. Предвыборной кампанией Зеленского руководит команда партии регионов. Да-да-да, вы не ослышались. Несмотря на то, что эти люди работают в обстановке строгой секретности, говоря о том, что Z-команда состоит только лишь из одних кварталовцев, в прессу просочилась информация о ведущем политтехнологе Владимира Зеленского. Знакомьтесь, Дмитрий Разумков, директор украинской политконсалтинговой группы. В прошлом, внимание, одно из новых лиц организации «Молодые регионы» молодежного крыла партии регионов. Его отец Александр Разумков – основатель Центра политического и экономического анализа, более известного сегодня под названием «Центр Разумкова». «Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу. Я могу с уверенностью сказать, что я сын пророссийского отца. Я стал членом Союза молодежи регионов Украины, потому что поддерживаю предоставление русскому языку статуса второго государственного». Дмитрий Разумков, политтехнолог Владимира Зеленского. Эта фраза из интервью 2006 года. И сегодня можно было бы справедливо предположить, что пророссийские взгляды Дмитрия могли поменяться хотя бы после 2014 года. Но нет. Разумков – нередкий гость в качестве политического эксперта на каналах News One и 112, а также частый спикер политологических пресс-конференций и форумов, где периодически озвучивает тезисы, скажем так, российской пропаганды, которые тут же подхватывают промосковские СМИ и рупоры Кремля. Судите сами. Так, в 2018 году Дмитрий Разумков направо и налево раздавал интервью о том, что Украину накрыло постмайданное похмелье. И ее уже никто не ждет ни в НАТО, ни в Евросоюзе. В Евросоюз мы вас пока не зовем и в принципе не ждем. А второй момент с НАТО. О вступлении в НАТО можно забыть. Проблема заключается только в одном. Ни туда нас сегодня не зовут. И в ближайшие годы нас туда тоже не позовут. Этот его тезис массово тиражировался не только в Москве, но и, конечно же, прежде всего в Киеве со вполне понятной целью. Стоит ли
разъяснять, как в этом случае работает антиукраинская пропаганда. Нужно взять какие-либо базовые убеждения общества и авторитетно обесценить их, для того чтобы подобной манипуляцией посеять в рядовом гражданине зерно сомнения, апатию, разочарование и ощущение того, что все было зря. После этого общество готово к восприятию любых, самых деструктивных для государства, нарративов. Тут уместно вспомнить фразу из недавнего интервью Владимира Зеленского, который слегка путано и в своей личной манере пересказывает слова собственного политконсультанта. «Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным. Пусть нам скажут, где нас ждут». Вспомните, как начиная с 2014 года вкидывались подобные тезисы о том, что Украина никому не нужна, от Украины все устали, украинцев убеждали в небоеспособности армии, в том, что никто не даст джавелины и без виз и так далее и тому подобное. Делалось все, чтобы разуверить украинцев в правильности своего выбора и вернуть под российское влияние. А тем временем объективная информация говорит о том, что в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, настаивают на ускоренном вступлении Украины в Североатлантический альянс. То есть на деле нет никакого постмайданного похмелья, как бы это кому ни хотелось. Процесс идет, Украину настойчиво зовут в НАТО, и обсуждать тут больше нечего. Европа. Президент Европейского совета Дональд Туск в Верховной Раде на прекрасном украинском языке произнес речь поддержки европейских устремлений Украины. Европейский Союз открывает двери перед Украиной и авторитетно заявляет об этом. Правда, некоторым кандидатам в президенты выгоднее говорить об обратном. Давайте вернемся к карьере Дмитрия Разумкова, команду которого, по информации СМИ, Зеленский выбрал из нескольких предложенных ему персоналей. Для Разумкова работа на кандидата в президенты Украины – это далеко не дебют. Украинская политконсалтинговая группа УПГ занималась продвижением одного из кандидатов в президенты на выборах 2014 года. Так указано на сайте компании в разделе «Наши проекты». Правда, тут не упомянута фамилия кандидата. В УПГ стесняются называть своих клиентов, видимо, потому что сегодня ставить в портфолио тесное сотрудничество с партией регионов – это, мягко говоря, не камильфо. Но простой поиск в Гугле выдает информацию о том, что Дмитрий Разумков в 2014 году был уполномоченным представителем, внимание, регионала Сергея Тегибко. УПГ занималась организацией работы финансового блока и комплексным обеспечением рабочих визитов кандидатов в президенты Тегибко в регионы Украины. В частности, Дмитрий Разумков в 2014-м комплексно обеспечивал визит в Луганск, где Сергей Тегибко посетил захваченное сепаратистами здание СБУ и сказал коллаборантам на прощание: «Держитесь, мужики, через 2 месяца мы в России». Кто знает, какие эскапады стоит ожидать от нынешнего клиента Разумкова, если Зеленский уже сейчас разговаривает штампами российской пропаганды, в частности, называя украинскую власть «пришедшей на крови». Стоит упомянуть, что с Тегибко у Разумковых давние теплые отношения. Еще с конца 90-х, когда новое лицо украинской политики Тегибко был протеже помощника Кучмы Разумкова-старшего. Сайт украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова показывает деятельность УПГ с 2004 года. В 2006 Дмитрий стал новым лицом молодежного крыла партии регионов. В этом же году будущий политтехнолог Зеленского организовывал под ключ предвыборную кампанию Киевскому областному штабу партии регионов, а также консультировал черниговских регионалов. Но почему именно партия регионов? Партия регионов – это команда единомышленников, в которой много молодых и талантливых людей. Они не на словах, а на деле доказывают, если хотите, свою состоятельность, работоспособность, любовь к родине. Я разделяю ее идеи. Дмитрий Разумков, политтехнолог Владимира Зеленского. Судя по проектам украинской политконсалтинговой группы, благодаря фамилии, конъюнктурным убеждениям и влиятельным покровителям, карьера политтехнолога Дмитрия Разумкова удалась. И до 2014 года политтехнолог Владимира Зеленского обслуживал интересы партии регионов, партии преступников, предателей и коллаборантов, которые позвали в Украину российских оккупантов.
Дмитрий Разумков сегодня более осторожен в высказываниях, но продолжает декларировать пророссийские взгляды, которые кормили его более 10 последних лет. Поэтому по-другому и не скажешь. За предвыборной кампанией Зеленского стоят махровые регионалы. Что это? Реванш или что-то еще? Тегибко, Разумков, партия регионов, группа «Приват», Коломойский. И вот уже перед вами Зеленский. Новое лицо украинской политики, только со старыми лицами за своей спиной. Как к этому относиться, решайте сами. А мы движемся дальше. Что нужно знать о Зеленском, чтобы потом не говорить? Мы хотели совсем не этого. На счета Владимира Зеленского вывели деньги, украденные у «Приватбанка». 41 миллион долларов вкладчиков «Приватбанка» было выведено на счета квартала 95 через кредитование связанных с Коломойским компаний. Международное детективное агентство «Кролл» установило, что «Приватбанк» был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к причинению ущерба банку минимум на 5,5 миллиардов долларов. Движение средств было замаскировано через офшоры, и часть денег дошла до компаний, зарегистрированных на участников студии «Квартал 95», а именно Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефера, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского. 41 миллион долларов выводился из «Приватбанка» частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского. В связи с этим напомню, что к моменту национализации «Приватбанк» дышал на ладан и мог рухнуть, что привело бы к потере вкладчиками и клиентами своих денежных средств. Государству пришлось срочно вливать в «Приватбанк» более 43 миллиардов гривен. А полная сумма поддержки работы «Привата» составит около 150 миллиардов гривен. Что это значит? Коломойский украл деньги у банка, часть этих денег оказалась у Зеленского, а государство эти денежные средства возместило из кармана украинских граждан, которые платят государству налоги. То есть, по сути, Коломойский и компания, включая Зеленского, залезли в карман каждому украинцу. И теперь Игорь Коломойский имеет прямой, абсолютно понятный интерес – отменить все претензии государства к своей персоне и получить мировое соглашение по «Приватбанку» с гарантией неприкосновенности своих активов. То есть залезть к украинцам в карман уже обеими руками. Как это возможно? Коломойский верит, что с его медиа-империей возможно все. Фейковые социологические опросы, правильный имидж, красивая картинка и вот уже знакомьтесь. Владимир Зеленский, кандидат в президенты. Новое лицо украинской политики, только со старыми лицами за своей спиной. Как к этому относиться, решайте сами. А мы движемся далее. Что нужно знать о Владимире Зеленском, чтобы потом не говорить? Мы хотели совсем не этого. И теперь о субъективном. Вы смотрели «Слугу народа»? Я смотрел обе части и очень внимательно. Рекомендую, этого вполне достаточно для знакомства с убеждениями и чаяниями «простого украинского народа», в кавычках, конечно же. Итак, «Слуга народа 1». Все наши беды от того, что страной правят буржуины, помещики и капиталисты. Все они инородцы, то есть не украинцы. Правительство, наполовину состоящего из граждан РФ, нет. Пустоголового стада, раз за разом голосующего за бездарных и неубедительных аферистов, обслуживающих срощенный с Москвой паханат, нет. Есть только угнетенный народ и коварные еврейские буржуины. «Слуга народа 2». Российской агрессии не существует, войны не существует, зато есть коварный Запад. Он хочет усыпить нашу бдительность льстивыми речами и заманчивыми кредитами, чтобы устроить в Украине склад радиоактивных отходов. А, чуть не забыл, всех депутатов было бы неплохо расстрелять. После этого останется один только президент, ну в смысле царь, и как наведет порядок. Кстати, маленькая ремарка. В «Слуге народа 2» Зеленский в образе президента колоритно и с размахом посылает Международный валютный фонд, простите, в жопу.
А вот на деле кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский 23 февраля встречается с представителем МВФ Йостою Лонгманом и подчеркивает важность сотрудничества Украины с фондом для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране. Что это? Лицемерие? Прагматизм? Потому что «Слуга народа» — это вам не художественное произведение, а программа действий президента. Но тогда уже Зеленскому нужно как-то определиться, либо же крестик снять, либо трусы надеть. И таким образом перед нами довольно банальный коктейль. Из шариковского «взять все и поделить», пещерной ксенофобии и трусливого хуторянского жлобства. Владимиру Зеленскому удалось ярко и талантливо изобразить мусор, заполняющий головы миллионов наших соотечественников. И, конечно же, его собственную. Благодаря творчеству этого одаренного паяца нам удалось заглянуть в голову украинского совка. Оглянитесь по сторонам. Эта тьма подкралась незаметно. Демократия и свобода слова, выгрызенные, выстраданные кровью героев Майдана в 2014 году, позволили нам услышать глас народа. И этот глас, сука, именно таков. И если наш собственный голос, голос ответственных и образованных людей, способных просчитывать последствия и требовать от жизни не рыбу, а удочку, не станет еще громче, последствия могут быть катастрофическими. Зуб даю. Вот и все, что вам нужно знать о Зеленском. Чтобы потом не говорить, мы хотели совсем не этого. Друзья, если вы разделяете наши взгляды, поддержите нас на платформе Patreon. Сервис помогает творческим людям получать помощь от своих единомышленников, подписчиков и просто фанатов. Все ссылки на экране. Спасибо за внимание.